Это программа «В центре внимания». Здравствуйте, я ее автор и ведущий Андрей Шляпников. Вашему вниманию главные события, острые мнения и все самое интересное, что оказалось в центре нашего внимания, смотрите в этом выпуске. Парад Победы. Кто в нем принимал участие и чем удивили гостей и зрителей? Шестисторонняя платформа. Как президент Азербайджана и Турции планируют установить долгосрочный мир в регионе? Многотысячные протесты. Почему позиции Пашиняна слабы, как никогда? И что говорят об этом экс-президенты Армении? Главным событием прошедшей недели в Азербайджане стал военный парад, посвященный победе Баку в недавнем вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. В Азербайджане военные действия по освобождению от оккупации азербайджанских территорий официально называют «отечественной войной». По центральной Бакинской площади Азадлык промаршировали более 3000 военнослужащих всех родов войск. Прошли участники Второй Карабахской войны и современная бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты. Также в параде приняли участие боевые корабли и военная авиация. Была также представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией во время военных действий. В параде приняли участие и турецкие военнослужащие, а с трибуны за парадом наблюдали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Алиев выступил с большой речью. В начале выступления он выразил благодарность своему брату и дорогому другу Эрдогану за посещение парада и политическую и моральную поддержку, которую Анкара оказала Баку в ходе конфликта. Азербайджан не один. Турция всегда рядом с Азербайджаном. И это показатель нашего единства и нашего братства. Эта политическая поддержка радует азербайджанцев всего мира. И это еще раз показывает всему миру наше единство. Алиев отметил, что Азербайджан добился желаемого и восстановил историческую справедливость. Также он рассказал, за счет чего Азербайджану удалось за 44 дня войны достичь значимых военных и политических успехов. В то же время весь мир увидел, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. За эти годы мы готовились как в политическом плане, в рамках международных организаций, так и внутри страны, укрепляя нашу экономику и армию. Благодаря этому Азербайджан за последние годы прошел очень успешный путь развития. Из года в год все более наглядно проявилось наше превосходство. Армения была не способна конкурировать с нами. Сегодня с чувством большой гордости могу сказать, что Азербайджан достиг поставленной цели, добился восстановления исторической справедливости и торжества международного права. Президент Турции также говорил о турецко-азербайджанском единстве, вспомнив цитату первого президента и основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Печаль Азербайджана – это печаль Турции, а радость Азербайджана – это радость Турции. Одним из запоминающихся моментов парада стало панно с надписью «Карабах – это Азербайджан», составленного из номеров захваченных у Армении автомобилей и другой военной техники. Перед трибунами также провезли часть трофейной армянской военной техники. Этим парадом Азербайджан наглядно продемонстрировал свою мощь и единство с Турцией. Солидарность Анкары с Баку прослеживалось даже в символических жестах. Например, численность турецкого контингента на параде составила 2783 военнослужащих. Именно столько, по официальным данным, азербайджанских солдат погибло во Второй Карабахской войне. Эрдоган в своем выступлении призвал власти Армении открыть новую страницу в отношениях между странами региона. Те, кто обрек Нагорный Карабах на разрушение, смерть и слезы, должны взяться за ум. Если народ Армении вынесет должный урок из последних процессов в Карабахе, то в регионе откроется новая страница развития. Также президент Турции напомнил, что с началом контрнаступательной операции вооруженных сил Азербайджана армянские военные силы активно обстреливали города и села Азербайджана, что привело к гибели до 100 мирных жителей.
Президент Турции выразил уверенность в том, что Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит успешно продвигаться к новым достижениям и успехам. Среди военной техники, представленной в параде, участвовало много вооружения российского производства, а воздушный парад полностью состоял из российских вертолетов и самолетов. Завершился воздушный парад пролетом штурмовиков Су-25. Они раскрасили небо над Баку цветами государственного флага Азербайджана. Возможно, парад станет ежегодной традицией. В начале декабря Ильхам Алиев учредил новый праздник – День Победы в Отечественной войне 2020 года. Он будет отмечаться 8 ноября, в день освобождения жемчужин Азербайджана, города Шуши. Освобождение 8 ноября города Шуша – наше историческое достижение. Шуша была первым нашим городом, который попал под оккупацию. И она стала последним городом, освобожденным от оккупации. После освобождения Шуши хребет врага был сломлен. Противник был вынужден сдаться. Освобождение Шуши – историческое событие. Наша армия, героические сыновья, пройдя горы, ущелья, леса, тропы, преодолев обрывистые скалы, взбираясь на них, поднялись в Шушу и уничтожили врага в рукопашном бою. Подняли там азербайджанский флаг. А завершились праздничные мероприятия салютом, который стал логичным финалом победоносной для Азербайджана 44-дневной Отечественной войны. Президент Турции посетил парад Победы в рамках своего официального визита в Азербайджан. Президенты обсудили широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества. Был подписан ряд документов. Разумеется, говорили и о будущем Карабаха. О важном вкладе России и президента Владимира Путина в восстановление мира в Закавказье на пресс-конференции после встречи с Ильхамом Алиевым сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Не могу не отметить здесь подход господина Путина. Его подход помог провести этот процесс в позитивном направлении, и дело дошло до такого уровня. Эрдоган также подчеркнул, что Турция и ее жители не испытывают ненависти к армянскому народу. Он привлек внимание к тому факту, что на сегодня в Турции проживает более 100 тысяч армян. Президент Турции также прокомментировал вероятность открытия границы с Арменией. Мы тоже не хотим закрывать двери перед Арменией, потому что мы хотим стать голубями мира, предпринимать мирные шаги. К тому же у нас нет проблем с армянским народом. Наша проблема с властями Армении. В моей стране более 100 тысяч армян. Среди них есть те, кто получил гражданство, и те, кто не получил. Но мы и их принимаем как гостей в нашей стране. Почему? Потому что у нас нет никакой неприязни к людям. Если Ереван предпримет позитивные шаги в отношении Анкары, то мы откроем границы. Пока же Турция стирает границы с Азербайджаном. Достигнуто соглашение об отмене визового режима и въезду по внутренним паспортам. Однако президенты обсуждали и более глобальные проекты. Шестисторонняя платформа сотрудничества на Южном Кавказе, куда могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, возможно, Армения. Все эти платформы мы можем представить в виде единой платформы. Если руководство Армении извлечет правильные уроки из войны и откажется от своих безосновательных претензий и посмотрит в будущее, то в этом случае они тоже могут занять место в этой платформе. Мы открыты к этому. Позиция Азербайджана после войны и сделанные заявления дают основания это говорить. Мы должны закрыть эту страницу и положить конец враждебности. Новый формат сотрудничества сведет риск новых конфликтов в регионе в будущем к нулю. Этот проект действительно выглядит весьма перспективным с учетом экономических и логистических связей между странами региона. А для экономики Армении он может стать спасительным. Сотрудничество будет выгодно всем странам. Сейчас единственный путь товаров из Армении в Россию проходит через военно-грузинскую дорогу, а на пропускном пункте Верхнего Ларса образуются заторы из фур. Проблемы с пропускной способностью серьезно тормозят экспорт сельскохозяйственной продукции из Армении в страны Евразийского экономического союза. А в рамках новой платформы Армения может получить прямой торговый коридор в Россию через территорию Азербайджана. Это не только улучшит логистику, но и поможет сделать товары из Армении дешевле. А для других стран такая платформа может ускорить создание торгового коридора «Север-Юг», который рассчитывается
рассчитан на транспортировку грузов из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива в Северную Европу. Ранее в рамках проекта предполагалось соединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Теперь сюда может добавиться и Армения. Снятие экономической блокады с Армении станет еще одним шагом к долгосрочному миру. В российском МИДе уверены, что мирное сосуществование азербайджанцев и армян возможно, ведь когда-то они дружно жили в одной стране. Есть исторический позитивный опыт действительно совместного проживания двух народов, азербайджанцев и армян, как на территории Азербайджана, так и на территории Армении, работали вместе, дружили, создавали семьи. Сейчас, благодаря посредническим усилиям России, остановлено кровопролитие, достигнута договоренность о возвращении беженцев, внутренне перемещенных лиц, о разблокировании транспортных, экономических связей региона, создан центр гуманитарного реагирования, призванный оказывать содействие Азербайджану, Армении, восстановлению гражданской инфраструктуры, формирование условий для нормальной жизнедеятельности населения. Таким образом, создаются реальные предпосылки для налаживания диалога между народами, и этот диалог, в общем-то, единственный возможный путь для преодоления разногласий. По всей, неоднородности региона, при всех подчас глубинных противоречиях между соседями, необходимо искать пути сопряжения интересов сторон. Армения может получить шанс на экономическое благополучие, однако согласятся ли те же Турция и Азербайджан сотрудничать с нынешними властями Армении? Внутри страны большое количество электората отвернулось от премьера Пашиняна. Вот уже месяц после подписания соглашения России, Азербайджаном и Армении о прекращении военных действий в Карабахе, на улицах армянских городов не прекращаются акции протестов. Впервые со времен бархатной революции 2018 года, когда Пашинян пришел к власти, посредством митингов десятки тысяч людей теперь аналогичным способом требуют его отставки. Последние недели, собравшиеся силами и объединившись в движение за спасение Отечества, армянская оппозиция выводит людей на улицы, обвиняя Никола Пашиняна в предательстве и капитуляции. Армянская оппозиция дала ему время до полудня 8 декабря, чтобы по собственной воле уйти в отставку. Но он не ушел. В ответ люди снова вышли на улицы Еревана и других городов. Они перекрыли несколько центральных улиц, забросали тухлыми яйцами эскорта Пашиняна, а одна из групп на несколько часов остановила работу метрополитена. Были задержаны несколько десятков человек. Пашинян боится выйти к народу, как это было 2 года назад. Тогда он был с народом, сейчас он пытается влиять на умы людей через Facebook. Смысл происходящих сегодня в Армении некоторых политических процессов ясен. Некоторые круги желают сделать все, чтобы эти выборы так и остались единственными. Не позволим. Власть народа не может быть поставлена под сомнение. Однако обращение главы правительства лишь подхлестнуло протестные настроения, общий настрой которых задали второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Сарксян. Координатор офиса экс-президента Кочаряна заявил, что утреннее выступление Пашиняна вызывает жалость. В интервью армянскому телеканалу Роберт Кочарян, которого после бархатной революции арестовали по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года, заявил о своей поддержке единого кандидата от оппозиции на пост главы переходного правительства экс-премьера Вазгена Манукяна и потребовал отставки Никола Пашиняна. «Пусть уходит. Если ему нужны гарантии безопасности для ухода, то ему надо дать такие гарантии, чтобы он ушел». А вот бывший президент Серж Сарксян в своих оценках был намного жестче. «Все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие родину. А ты, как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, неспособный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Арцаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу». На митинги протеста собираются тысячи людей. Это много, но для победы пока недостаточно. Сейчас успех протеста во многом зависит от слаженных действий оппозиции. Армянские эксперты уверены, что Пашинян сейчас слаб как никогда, однако органы власти, парламент, правительство
суды находятся в руках его сторонников, поэтому в правовом плане он защищен. Перед армянской оппозицией сейчас стоит очень сложная задача – добиться смены власти конституционным путем, чтобы протесты не переросли в гражданское противостояние или, не дай бог, в гражданскую войну. Такие события оказались в центре нашего внимания. До свидания.